вирусы, которые нам угрожают в 2017 году. В заголовки новостей регулярно попадает информация про биткоин-вирусы-вымогатели. Как сообщает newsbitcoin.com, с каждым годом растет количество новых видов вредоносных программ. Однако программы-вымогатели, такие как WannaCry и Petya, составляют лишь небольшой процент от общего количества вирусов. Только в первом квартале 2017 года было обнаружено почти 2 миллиона вирусов. Лаборатории по безопасности JData прогнозируют значительное увеличение количества новых типов вредоносных программ в 2017 году. И вирусы-вымогатели представляют лишь небольшую их часть.